О разных программах по сохранению экологии Иркутской области сейчас говорят все. Проблемы закрытых промышленных объектов решаются на самом высоком уровне. О наиболее опасных точках на карте Прибайкалья расскажем прямо сейчас. Старые проблемы БЦБК будет решать новый подрядчик. Ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината займется компания «Газэнергострой». Такое решение приняли в правительстве страны совместно с Министерством природных ресурсов России. Причиной назначения новых ответственных лиц стали многочисленные нарушения условий контракта со стороны предыдущего подрядчика «Росгеологии». В том числе компания, которая отвечала за ликвидацию отходов с 2017 года, так и не смогла даже определиться со способом утилизации шлам-лигнина, которого накопилось более 6 миллионов кубометров. К слову, на другом, не менее проблемном объекте Прибайкалья дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. С территории неработающего сейчас усолья химпрома начали вывозить ядовитые химические вещества. Однако порядка 200 тонн опасных отходов все еще остаются на промплощадке. В усолье Сибирском вообще нередко происходят ЧП, которые ставят под удар экологию региона. В том числе регулярно происходят утечки нефтепродуктов. Это вообще серьезная проблема всей Иркутской области. Практически всегда в сводках о таких ЧП фигурирует река Ангара. Последнее громкое происшествие было зарегистрировано в октябре 2018-го. На ликвидацию последствий ушло несколько дней. Даниил Седов, новости по будням.